Всем привет! С вами снова я, Иван Сусонин. Время идет к вечеру, и давайте, наверное, все-таки приближаться уже к местам. К этому самому старичку. Нам нужно с ним будет пообщаться. Может быть, чуть позже, как бы еще не ночь. Но все равно, уже как бы темновато, я не знаю. Давайте вот откроем то, что я разрушил здесь, спрятал. В принципе, я не совсем правильно сделал, да? Давайте все-таки отправимся к нему. Я не знаю, он ждет ночи или как. Полагаю, ты уже достаточно силен, чтобы снять с меня проклятие. Проклятие? Воу! Воу! Гады! О, нифига, я не ожидал, что такая бойня будет! Ё-моё! Ааа! Какой же он гад! Нифига, он фигачит меня! Мне будет очень сложно его победить! Но я победю! Я смогу! Я справлюсь! Я знаю! Оу-оу! Ай! Ай-яй-яй! Он будет атаковать меня! Ай! В темноту не уходим! Давай возвращаемся назад! Ай! Ай-яй-яй-яй! Зачем я ушел в темноту? Давай-давай, мы победим его! О, какой он страшный! Страшный! Ё-моё! Моя жизнь, здоровье! Я хочу здоровье вернуть себе! Блинский! Ещё не готов! О, я боюсь, я всё-таки не смогу выдержать этот бой! Вау! Ай-яй-яй, у меня жизни мало! Всё, я справился чуть-чуть капелька справился. Вау, нифига себе. У меня жизни мало, очень мало жизни. Он меня почти убил уже. Так, я от него сбегу, нет? О, господи. Мне от него не уйти было. Вау. Он будет от меня... он от меня прятается. Ну ладно, мы его сейчас убьем. Интересно, а он исчезнет совсем или я смогу его победить, нет? Наверное, все сначала начнется. Жаль, если это так. Я бы хотел его добить. Ну чё, где я? Появись! Эй, Иванко! Блин, похоже, все сначала начинается. Жаль. Так, надо как-то посильнее подготовиться, что ли, я не знаю. Ой, это кто там? Как-то к этому надо посильнее подготовиться к этому делу. Старичок. Эй, старичок, а где старичок? Старичок исчез. Исчез старик и исчез этот. Так, подожди. Может, где-то здесь? Ну-ка, давай поищем. Что за фигня? Куда спрятался этот урод? Эй, ты, гад! Ты куда? Так, тут кто-то меня ждет, там зомби, да? Зомби. Блин, и чё старик-то куда делся? Чё, неужели ушел куда-то внутрь? Жаль. И чё сейчас? Раз в ночь, что ли, такое можно сделать? Блин, если это так, то это жопа полная. Так, придется ждать тогда следующую ночь, что ли, получается? Я не знаю, прям. Вот просто вот, даже не представляю, как это все делать. Так, ладно, вот сюда вот. Глаз-алмаз. Давай свою могильную плиту спрячем. Блин, похоже, раз в ночь только такого можно делать, да? Насколько я понял. А если я сейчас вот упаду прям туда и... Они меня опять будут преследовать, да? О, да, сверху, снизу. Блин, страшный мнится, он меня атаковал. Блин! Не повезло! Очень не повезло. Надо, короче, как-то более аккуратно, что ли, играть в эту игру. Мне сейчас более, как бы, компетентно, что ли. Нет, здесь никого нет, здесь одни зомби ходят. Короче, нужно, наверное, следующую ночь придется ждать только. Похоже, это надолго. Да? Наверное, скорее всего, да. Не хотелось бы, конечно, ждать так долго, но, блин, никуда ты не денешься от этого.
Нужно победить этого стража будет обязательно. Так, у меня есть сюрикены, но просто нужно в следующий раз быть более готовым к этому всему. Так, зелье возврата. Можно, в принципе, зелье возврата использовать, да? Он же мне никуда отсюда не уйдет. А, у меня же есть тут еще магическое зеркало. Может быть, следующей ночи дождемся, потом там... дождемся этого... дедульку, который опять призовет, сможет мне избавить от... этого. Я немножко посильнее подготовился сейчас к следующему бою. Посмотрим. Ай-яй-яй. Хреначит он меня. По-моему, бесполезно. Это не работает. Не работает, не работает, не работает, не работает. А если я... буду кидать вот эти вот сюрикены. А-а-а, бомби его, бомби. Воу, он меня ударил. Нет, он меня не ударил. А-а-а, сильный удар. А-а-а, мощный парень. Воу, какой он гад. А если я вернусь домой, у него кровь, кровотечка его у него. У него идет кровотечка. Кровотечка, гад, 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 гад. О, фигачит меня. Так, быстрее, 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 быстрее. Вау, охренительно, мне его сложно победить, а. Книжки, давай, 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 бей его, бей. Блинский, блин, как тяжело его убить, а. Я его кидаю, 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 кидаю. Воу. Нифига не уйдешь, врешь. Мы тебя победим. Мы тебя победим в любом случае. Можешь не сомневаться. Воу, какой он сильный. Вау. Докидывай, 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 докидывай. Докидывай, 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 докидывай. Ух ты, нифига себе он фигачит. Вторая попытка неудачна. Вторую ночь переживаем сегодня. Не очень хорошо получается. А-а-а! Да что ж такое? Почему так стрёмно-то получилось у меня? А-а-а! Мочи его, мочи, мочи, мочи. Нет, не могу. Короче, надо все-таки вот этим вот воспользоваться. Ай-яй-яй! Круто он меня бьет, а! Есть, я его зафигачил. Молодец. Сюрикены, сюрикены. Кстати, сюрикенами не работает. Может быть, попробуем еще вот этой вот штукой. Вот этой вот штукой. Классная штука. О, смотри, как фигачит его. Отруби ему руку нафиг, одну или две. Отруби ему руку. Как я ему зафигачил, а? Круто. А-а-а, он меня бьет, бьет, бьет. По рукам, по рукам ему, по рукам, по рукам, по рукам. Блин, он меня тоже бьет. Сильный гад, сильный гад. Чё ж делать, там у меня же кончается жизнь. Блин, долго, долго, долго. А-а-а. Вот одну руку я ему почти отрубил. Ну блин, ну, отруби ему руку. Что ж такое? Я не могу, не могу, не могу. Пока использовать не могу. Ай-яй-яй. Все, получилось. Ну а что толку-то, что получилось? Бесполезно. А-а-а. Руби ему руку, руби, руби, руби. Ахахахахаха. Я себя зафигачу, все равно зафигачу, зафигачу. Давай, давай, вот, вот он, вот она. Ну почти уже убил ее. Блин, у него руку почти отрубил. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жизнь моя, моя жизнь. Ух ты. Не получится у тебя ничего. Давай, бей ее, блин, руку, 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 вот эту вот, руку, блин, почти уничтожил, есть, одну руку отбил, а-а-а, он меня убьет. Тихо, подожди, все спокойно, скорее бы у меня возможность появилась иметь дополнительный, блинский, чуть-чуть, еще немножко, немножко осталось, сказал же. Руку отруби ему руку, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, получилось. Рука, 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 рука. Рука, 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 рука. Почти убил. Ну! Давай ему руку. Есть, я у него руку отрубил еще одну. Блин, мне надо немножко, ну немножко не хватает, не хватает сил. Ох-ху-ху. Давай, 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 мы его победим, если получится все.
Все, пока получается. Мне нужно восстанавливать жизнь. Скоро, срочно, срочно восстанавливать жизнь. Ох. Круто я его фигачу. Ох. Давай, 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 жизнь, восстанавливайся быстрее. Восстанавливайся жизнь. Давай, давай, колбась его, колбась, 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 колбась его, колбась. У меня все получается, все получается. Отлично. Есть, еще взял одно. Так. Давай, 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 давай. Сделай, проклятие, это уничтожь этого гада. Вторая попытка, вторая попытка. Давай, 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 давай. Давай же ты, лучше, 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 лучше работай. Блин, ударил меня, гад. Фу, все пока хорошо. У нас пока все под контролем. Смотри, как я раскромсаю. Чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Уходим. Я его почти убил. Я его почти убил. Ха-ха, смотри, кровя как с него как капает. Смотри, классный сюрикен. Эта штука у меня. Йо-йо. Йо-йо, классная штука. Есть! Я его победил! Скелет повержен! Вау! Я смог сделать это! И это мне сильный код 1. Мне помог именно Йо-Йо. Отлично. Так, сейчас я, наверное, буду ждать утра, что очень важно для того, чтобы снять проклятие. И, может быть... Фу, все будет классно. Я уверен, что все будет классно, все и так уже классно. Кстати, может быть, тыков немножко пособирать, пока есть время, да? Знаете, для чего мне тыквы? Я хочу комнату свою вообще обустроить лучшим образом. Вообще, чтобы было супер-супер-супер. Сверх-супер. Да что ж такое? Вот, кот. Давай. Есть еще. Есть еще. Монетки, а сколько он мне дал? 4 золотых, это все из него выпало? Кстати, из него ничего не выпало, да, получается? Я-то думал, из него что-то выпадет. Ладно, будем ждать утра, будем ждать, когда же все-таки появится мой подопечный, которого я спас, которого я... как же он называется там? Вспомню, которому я снял проклятие, да? Так, я хотел сделать, пока идет ночь, пока не наступило утро, я сделал большое дело сегодня. Сейчас я буду продолжать делать свою комнату. Мне кажется, красиво, да, смотрится вот так вот. Комната моя. Абсолютно. Кстати, я там насобирал какую-то штуку вот эту вот. Переключатель. Для чего? Не знаю. Может быть, для этого фонаря. Но фонарь не включается, не выключается. Не знаю. Прямо вот просто не знаю. Ладно, пойдем продолжим нашу комнату делать. Прикольно получилось. И я знал, что у меня все получится. Да, это было очень сложно, конечно. Со второй попытки я уже более конкретно... совсем расправился. Так. А из него, главное, ничего не выпало. Но, как бы, как я доказывать буду этому парню, что... Да что ж такое-то? Что я убил его проклятие. Уничтожил его проклятие. Ох, как много тыквы. Это очень хорошо. Сейчас я вот тут вот прямо комнату свою вообще зафигачу. Супер вообще. Я сделаю такую красивую комнату, что ахнут все. Все ахнут от такой красоты. Вы еще не ахаете? Жаль. Будет очень тут прикольно. У меня дом будет как рай на земле. Из тыквы. Все, больше нету тут? Так, давай вот тут выше сделаем. О, красота-то какая, а? О, это кто такой? Зомби в капюшоне. Ну-ка, давайте его убьем. Че он там? Че он у меня ко мне пришел? Кто его звал сюда вообще? Ничего из него не упал, коня монеток. Так, монетки, монетки, монетки. У меня тут очень много монет, надо их, короче, сейчас пока переложить. Потому что я боюсь за эти денежки. Так, ну что, возвращаемся к нашему шалашу. Так, ну тут больше нету, да, тыкв,
Я хочу из тыквов все-таки сделать побольше, еще больше, больше мой дом украсить. Подождем, пока появится старичок. Он мне скажет, смог ли я его спасти. Он появится после 9 часов, наверное, утра. Да, вот это я сделал специально, чтобы там прыгать и убивать этого монстра. Ладно, это, наверное, не надо было делать. Так, ладно, вот лишнее я уберу сейчас. А вот, вот это пускай остаются, вот эти вот лианы. Они все равно пригодятся на всякие пожарные, пускай они тут будут. Ну так, для красоты. Может быть, еще помимо этого вот сюда вот куда-нибудь поставим, да? Так, для всякого такого. Во, вот так вот. Вот сюда вот и вот сюда вот. Чтобы красиво смотрелось. Не знаю, насколько красиво смотрится. Я попробую вот так вот сейчас зафигачить вот так вот. В разные стороны. Такой вид будет у меня. Перепрыгивать можно. Так, ну пока я туда спускаться не буду, потому что мало ли я, может, умру. Ну, дождусь утра. Сколько времени? 6 часов утра. Нужно дождать, наверное, часов 9 или 10 утра, не знаю, чтобы старичок появился. Фух, мы сделали это. Мы это сделали. Просто все получилось. Время 10 час утра. Я уже запарился тут ждать. Я думаю, что, может быть, старик уже не появится. Может быть, я его спас. И все. На этом все закончилось. И я, значит, могу попасть в темницу. Да, я могу пройти туда. Давайте попробуем сверху. Далеко заходить не будем, а уже в следующей серии мы пойдем по этой самой темнице, если сейчас все будет нормально. Так, ну, меня, надеюсь, не убьют, да, сейчас? А? Монстра, похоже, нету. Все. Сейчас будем в темнице. Не сейчас, в следующей серии будем с вами обитать в темнице. Посмотрим. Ну, я думаю, что я всякие книжные полки, вот это все соберу, чтобы сделать у себя библиотеку. Это мне тоже прикольно будет. Но это мы сделаем уже с вами в следующей серии. Это прогулка по темным закоулкам страха и ужаса. Будем там бывать. Ну, все. Я, короче, расправился с этим боссом, с этим скелетом. И я думаю, что я отправляюсь домой. Там сейчас, ну, такой маленький дом. И, может быть, подожди, я здесь буду ночевать, пока буду спать. А потом мы сходим в эту темницу и посмотрим. Кстати, у меня прибыл в мое жилище, прибыл портной новый, да? Его зовут Фитц. И, может быть, он мне сошьет какую-нибудь хорошую одежду. Но это мы с вами узнаем уже позже, когда придет время, когда мы с вами, да... У нас все будет просто замечательно, потому что в следующей серии мы пойдем куда вот сюда, вот я не знаю, там много ли там монстров внутри, не знаю я. Однако, прощайте, до новых встреч, до новых серий, пока, ребят.